Все верно. У микрофонов Максим Курников и Екатерина Шульман. Добрый вечер. Здравствуйте. И начинаем мы, как всегда, с самых главных событий по версии Екатерины Михайловны. Не новости, но события. Прозвучала наша знаменитая на всю страну заставка. И теперь мы можем приступить к первой части нашей программы. Наша событийная часть будет почти полностью посвящена разнообразным телодвижениям нашей бюрократии, у которой действительно что-то происходит. Что-то шевелится. Слышен характерный звук чего-то тяжелого, что волокут по полу. Не до конца понятно, с чем связан такой масштаб задуманных и уже реализуемых преобразований. Тут мы ни в коем случае не хотим впадать ни в какую конспирологию и предполагать, что вот прям вот до Нового года надо обязательно успеть что-то, иначе Санта-Клаус не принесет подарков. Но нельзя не видеть, что действительно какое-то громадье планов, самых разнообразных, причем касающихся, скажем так, не декларативных, но сущностных интересов нашей большой расширенной властной машины. На прошлой неделе мы говорили о кадровых изменениях. После того, как уже наш эфир завершился, Федеральная антимонопольная служба лишила своего многолетнего руководителя. Мы не каркаем, мы предполагаем. Или, точнее говоря, мы рассматриваем вероятные сценарии развития событий. Так вот, действительно, все это случилось. Есть еще всякие другие разговоры о том, какие еще люди могут лишиться своих должностей. Но этим, опять же, мы не занимаемся. Мы занимаемся другим, уже объявленными и... теперь на этой неделе, в отличие от предыдущей, не кадровыми, но структурными планами преобразования. Значит, что у нас происходит? У нас премьер-министр, обновив состав своего правительства, которое было сформировано еще только в январе, хотя кажется, что это была другая эпоха, а теперь... обновленного в значительной степени кадрово и проведшие эти свои кандидатуры через процедуру одобрения в Государственной Думе, не то чтобы мы за них очень волновались, но все же, опять же, для бюрократического мира это важно. Механизм-то новый. Во-первых, это новый механизм. Во-вторых, теперь кандидатуры вносятся президентом по представлению премьера. То есть он представляет, президент вносит, Дума одобряет. Как бы немножко больше участников стало в этой процедуре, это не до такой степени единоличное решение президента хотя бы по форме. Так вот, ободренный, как мы предполагаем, этим успехом и выдающимися, премьер-министр объявил о административной реформе, которая в ближайшее время, в самое ближайшее время должна произойти. Со свойственной ему, я бы сказала, военной краткостью, он сообщил, что 1 января она начнется, прям вот безо всякой паузы на какие-то праздники, какие праздники в этом году, да и в следующем, кажется, не очень, и продлится 3 месяца. Что же нужно сделать за 3 месяца? За 3 месяца... традиционно для всех административных реформ, а их у нас прошло немало, необходимо произвести сокращение. Но не абы какие механические сокращения, а сокращения сущностные. Значит, в чем там, опять же, насколько я поняла, идея? Я не видела пока постановления правительства на эту тему. Мы имеем вот эти публичные декларации, которые в силу специфики риторики этого типа носят, конечно, довольно общий характер. Значит, предполагается посокращать вакансии, чтобы не резать по-живому. Угу. Бережнее относиться к кадрам. То есть и там и так никто не работает, как бы вот кто-то ушел на пенсию и так далее. Новых не берем. Вакансии эти ставки сокращаем, не заполняем их никем. Далее, должны быть убраны те заместители руководителей, которые не курируют структурных подразделений. То есть, смотрите, если вы зам какого-то начальника. По общим вопросам. Да, и у вас нет под вами департамента, отдела, чего-то, то вы изничтожаетесь. Прекрасно. Это, в общем, может затронуть некоторое количество людей, которые действительно являются заместителями и занимаются чем-то там. Либо им, тут, конечно, возможен другой вариант, бюрократия хитра. Если у вас есть зам, который вам, например, там прислан присматривать за вашим благонравием, и у него нет никаких подразделений в его распоряжении, то можно быстренько создать ему это подразделение. И это уже будут не вакансии, а самые настоящие живые люди. Значит, кроме того... А можно я как раз вот с этим пунктом спрошу, как коррелируется то, что у нас столько вице-премьеров развелось? Опять же, вот в этом же самом правительстве, которое теперь хочет сокращать всяких чиновников, увеличивает количество вице-премьеров. Это не разноправленные какие-то? Вероятно, под каждым из этих вице-премьеров имеются те министерства, которые он курирует, например. Я же не сообщаю вам, что эта реформа как-то особенно хороша интеллектуально. То есть вы нам не рекламируете? Или будет иметь успех? Я не рекламирую, я не рассказываю. Как я уже сказала, реформ у нас было много административных. По традиции, каждая реформа, направленная на сокращение числа госслужащих, приводит к их увеличению от 10 до 25%. Это обычно происходит через некоторое время. Один из комментаторов остроумно сравнил это с диетами. То есть что происходит? Происходит действительно сокращение, отчитаться надо, это все серьезно. Проходит некоторое время, и вот этот сброшенный вес вы набираете опять с прибывкой, с
с прибавкой. А вот это происходит с теми, кто пытается худеть, так сказать, каким-то неправильным для организма способом. Значит, далее, что еще нам сказал наш премьер? Он сказал, что портал госуслуг будет расширен в своем функционировании, граждане смогут прямо напрямую писать письма в ведомство и там же получать ответ. Это вообще, так сказать, фирменная такая политика нашего премьера. С чем он ассоциируется? Он ассоциируется с цифровизацией, с маркировкой всего, с контролем за каждым рублем, который проходит по пространству Российской Федерации, и вот с этими самыми электронными инструментами обратной связи, они же, как уже поняли наши сограждане, инструменты слежения. Соответственно, портал госуслуг, которым не без основания гордится наша коллективная бюрократия, и действительно, какой им завидуют все их иностранные коллеги, потому что не у всех такая замечательная штука есть, она будет как-то вот еще, значит, расширяться и всячески улучшаться. Значит, опять же, что касается сокращения штатов, пару слов о том, как это обычно происходит. Ну вот по поводу диеты я уже сказала. А что нам тут говорит статистика? У нас, конечно, за все постсоветские годы шел непрерывный рост числа госслужащих. Довольно резкий взлет их количества произошел после 2014 года. Говоря политологически, режим расширял свою базу поддержки. А это не за счет Крыма, там просто столько госслужащих появилось? Нет, там не появилось столько госслужащих, нет, отнюдь. Просто их стало становиться больше. Ага. Государство брало на работу людей с тем, чтобы они чувствовали себя, так сказать, ему признательными и благодарными. Это вполне, вполне рациональная политика. В какой части этой самой расширенной бюрократии происходит рост? Ну, если я скажу, что больше всего региональных госслужащих, то это будет самая очевидная вещь, потому что регионов много. Но у них и рост максимальный. Региональные органы власти плюс региональные представительства федеральной власти. Вот там прямо пухнет все до чрезвычайности. Значит, не столько у нас, скажем так, не такие мы чемпионы по количеству госслужащих на душу населения, как мы чемпионы по количеству полицейских на душу населения, или точнее на 100 тысяч, так считают. Но мы давно уже побили все рекорды советской власти по вот этому вот соотношению. При этом, как обычно, и тут я не знаю, насколько эта новая мишустинская реформа на это повлияет, растет, скажем так, второй этаж. То есть заместители начальников и люди обслуживающие начальников. И, как всегда, в том числе в очень многочисленных ведомствах типа Минздрава или МВД, не хватает тех людей, которые вот непосредственно взаимодействуют с гражданами. То есть вот эти вот условные участковые всех профессий, их мало, их-то и сокращают, конечно, в первую очередь. Но, тем не менее, ладно, пожелаем успеха очередной реформе, много мы их видели, посмотрим мы еще на одну. А что касается законодательных изменений, которые произошли у нас на этой неделе в виде принятых законопроектов или уже внесенных, значит, большой блок президентских гарантий. Часть уже принята. Это пожизненная неприкосновенность бывших президентов. О ней мы говорили в прошлый раз. А значит, принято в первом чтении это возможность бывшим президентам стать сенаторами. И внесен законопроект об обнулении. То есть вот эта конституционная поправка. Поправка Терешкова, известная бабушкина оговорка, она теперь вводится уже и в федеральное законодательство. И параллельно с этим, не очень мне понятно, какая здесь юридическая связь с изменениями Конституции, но уничтожается такой один из самых спящих, среди всех спящих институтов, региональные конституционные суды. Вот вы, может, не знали? Ничего ж себе, спящие, простите меня, но в республиках это важная история. Вот. И в Ингушетии, и в Башкортостане, и в Татарстане. Свойство спящих институтов состоит в том, что они иногда просыпаются. И иногда приходится их убивать заранее, душить во сне, чтобы они никогда уже не проснулись. Действительно, мало кто знает, что в его субъекте федерации существует свой собственный конституционный суд. Но, действительно, в национальных республиках они время от времени высказываются. И последний, наиболее громкий случай – это конституционный суд Ингушетии, который не одобрил территориальные изменения, связанные с ингушско-чеченской границей, когда там в 2019 году были довольно массовые для этой республики протесты. Значит, все, теперь их уже не будет. Будут какие-то конституционные советы при губернаторах, что-то в этом роде. Но, естественно, это никакой не отдельный орган власти. Мы здесь сделаем небольшую паузу, послушаем содержательную рекламу и вернемся. Хорошо. У нас полторы минуты. На то, чтобы как раз если что-то про конституционные суды. А интересно, кстати, как воспримут национальные республики, потому что для них это очень важный символ. Во-первых, что у них есть своя конституция, на секундочку. Ну да. Во-вторых, что у них свой конституционный суд. Обидятся, затаят недоброе чуть. Да? Сейчас промолчат, потом припомнят. Это так, как всегда. Так это обычно выглядит. Я на самом деле не очень понимаю смысла вот этого вот законопачивания, чего добиться хотят. Ну, наверное, действительно, Ингушетия немножко... Ну, видимо, да. Ну, а что тогда? Провели же это дело.
уголовное дело тоже организовали. Отдел поназавели, против кого хотели, поназаводили. Не очень мне понятно, зачем. Зачем вот это вот все устраивать? Ну, выступали бы они там, кто-нибудь бы к ним приезжал, бы с ними разговаривал. Да. А они ведь не во всех регионах конституционные суды? Нет, не во всех. Можно сказать, что это уничтожает неравенство. Да. И мы продолжаем говорить с Екатериной Шульман, продолжаем о законодательных инициативах. Продолжаем о законодательных изменениях текущих и грядущих. Серьезно люди готовятся к будущей выборной кампании 2021 года. Группа депутатов «Единороссов» вносит поправки в закон о выборах, которые дают Роскомнадзору право по обращению Центральной избирательной комиссии либо других избиркомов блокировать незаконную агитацию. Так. В том числе в интернете. Так. Не только на время избирательной кампании, но и 5 дней после подведения итогов выборов. Ну, такая маленькая поправочка, но не бесполезная, скажем. Маленький шаг для человека, но огромный шаг для человечества. Для человечества, совершенно верно. Так и для выборов, на самом деле, это очень значимая поправка. В общем, да, это пока, еще раз повторю, внесенный законопроект. У нас разное бывает в Думе, но просто, что называется, предупреждаю вас, что есть такая новация. Что касается туманных слухов о введении кандидатов иностранных агентов, статуса кандидатов иностранных агентов, о чем тоже приходилось красиво слышать. Да. А это мне не представляется особенно юридически оформляемым, я трудно понять, как бы это могло быть. И в любом случае, такого проекта пока еще нет. Вот будет, тогда мы о нем поговорим. Но, значит, по поводу проектов, о которых мы поговорим, когда они будут, а о некоторых надо говорить еще и раньше. Значит, внесен правительственный законопроект поправки в закон об НКО, ужесточающих положение НКО иноагентов. Почему мы вспомнили про иноагентов? А что там хорошего и веселого? А, значит, НКО, признанные иноагентами, внесенные в реестр, будут обязаны направлять в Минюст свои заявленные к осуществлению программы и иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий до начала их реализации, а также отчеты об осуществлении этих программ и проведении или непроведении запланированных мероприятий. То есть, если вы НКО иноагент, и вы хотите провести конференцию, круглый стол, чаепитие в Мытищах, то вы должны сначала уведомить Минюст. И если Минюст скажет, что что-то там нельзя... А, то есть Минюст имеет право не только смотреть, но еще и да, указывать. Это удивительность может, это тут в том, что Минюст берет на себя право руководить деятельностью НКО, к которому он не имеет никакого отношения. Он хочет повысить методологический уровень НКО. Не государственная организация. Он хочет заранее проверять, что они там затеяли, и вносить в программы поправки. Значит, что здесь важно с, скажем так, регламентной точки зрения? Смотрите, это законопроект правительственный. Это значит, что на сайте regulation.gov.ru проект Минюстом должен был быть вывешен для двухнедельного публичного обсуждения. И никто из представителей НКО общественности, скажу, я сейчас занимаюсь виктимблеймингом, конечно, но объявим нашу минутку виктимблейминга, не вел мониторинг и не заметил этого законопроекта заранее, до его... А, то есть он был вывешен? Он должен был быть вывешен. Ну, по крайней мере, да. Да. Угу. И если бы его найти заранее и накидать ему дизлайков, и вообще поднять какой-то шум, то это бы могло, по крайней мере, затормозить его внесение. Теперь он уже внесен от имени правительства. Значит, шуметь все равно надо, потому что много чего у нас принимается в первом чтении, что и не снилось нашим мудрецам, что потом до второго или долго идет, или все-таки меняется. А какие приключения происходят с законопроектами в Думе, даже еще до первого чтения, мы поговорим чуть более подробно, я надеюсь, что успеем. Да, пока вот просто отмечаем, что есть у нас такой законопроект. Вообще удивительно, как эволюционировал этот статус иноагента, когда его вводили в 2014 году, то говорили о том, что вы просто информируете, а дальше работаете как хотите, значок поставьте и трудитесь. После этого последовательно принимались различные ограничения. Запрет на право участвовать в избирательных кампаниях в каком бы то ни было виде, освещать выборы или проводить предвыборные опрос, или ВАДА, например, не может проводить антикоррупционную экспертизу законопроектов, много-много-много чего. А потом еще появился статус нежелательной организации, сотрудничество с которой это уже не административное, а уголовное преступление. Поэтому вот так бывает, когда что-то вам вводят и говорят, да это не смертельно, а потом
Это начинает продвигаться в совершенно определенную сторону. Далее, сегодня в Думе в первом чтении, тихо и как-то без лишнего шума, был принят законопроект довольно-таки, не хочется говорить скандальный, но, в общем, затрагивающий многих людей. Это известные поправки в градостроительный кодекс, которые называются «О совершенствовании института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья». По-русски говоря, реновация. Да. Это федеральный закон о реновации, распространение норм, опробованных в Москве, на всю страну. Значит, это знаменитый довольно законопроект, о котором много было разговоров, когда он был внесен. Сегодня он принят во втором чтении. Поздравляю вас. Значит, претензии к нему со стороны граждан состояли в том, что он, в общем, очень сильно ограничивает право собственности на жилье. Если 50% жителей вашего дома говорят, что они хотят его реновировать, то он будет реновирован, даже если половина против. Не прописан механизм компенсации вам вашей собственности. Все это идет под маркой, значит, расселения аварийного и ветхого жилья. Но как дома признаются аварийными и ветхими, те, кто сталкивался с этим, знает, в общем, очень хорошо. Поэтому просто вот опять же знайте. Вообще ни в какой области известная мудрость «предупрежден, значит вооружен» так не актуальна, как в сфере законотворческой деятельности. Чем раньше вы о чем-то узнаете, тем больше у вас шансов что-то поменять. Изменения, напомню, происходят на следующих этапах. Либо до внесения вы устраиваете достаточно шума, чтобы затормозить это внесение, либо после первого чтения вы пытаетесь провести те поправки, которые сделают ужасный закон чуть менее ужасным. Говоря, но иногда происходят некоторые совсем византийские истории. Но иногда происходят изумительные совершенно вещи, которых мало кто в Думе видел. А вообще надо сказать, что в сфере социального законодательства гораздо больше законотворческий процесс похож на то, что мы в учебниках читаем, чем во многих других сферах. Что меня не может радовать как человека, занимающегося парламентаризмом, это то, что вот эта вся многосложная борьба, непредсказуемая действительно, с участием реальных групп интересов, с привлечением общественности, что она происходит не в парламенте. И что она в значительной своей части не публична. Было бы лучше для всех нас, для всех заинтересованных сторон, чтобы эти дискуссии происходили бы в открытом парламентском бою. Но нельзя не заметить, что действительно, в отличие от, например, там, каких-то политических законопроектов, которые просто принимаются, и все, тут действительно борьба идет настоящая. О чем я говорю в этом длинном предисловии? Я говорю о двух альтернативных законопроектах, известных как законопроекты об изъятии детей из семьи, за которыми мы с вами следим. Один из них, первый, был внесен еще в июле группой сенаторов, матерей, во главе с Еленой Мизулиной, там не только она, там, хорошо, там два мужских сенатора и остальные пять женских сенаторов. И отцами нашими. И позже, уже в сентябре, в начале осенней сессии, двумя нашими главными отцами новой конституции, Клишесом и Крашенинниковым, был внесен альтернативный законопроект. Кстати, обратите внимание, вот эти вот президентские новации о разных гарантиях президентам, разным президентам, о вот этих вот сенаторских изменениях, они все президентом не вносятся. Вся имплементация конституционных поправок и ее внедрение в федеральное законодательство отдано вот этим двум законотворцам. Это нам говорит о том, как высок их политический статус. И вот в этой самой области социального законодательства что произошло? Сначала два слова скажем о, так сказать, регламентной стороне дела, потом о содержательной. Итак, было два законопроекта. Законопроект Мизулиной и иных сенаторов получил отрицательное заключение правительства и общественной палаты. А законопроект Клишеса и Крашенинникова получил положительное заключение тех же самых авторов. И, кроме того, в обоих случаях комитет соисполнитель, не профильный, он еще не рассматривал, а комитет соисполнитель тоже вынес одному отрицательное, другому положительное заключение. Казалось бы, все предрешено. Да, не лезь, значит, поперек батик. Клишеса и Крашенинникова. Да, куда бы ты ни было, значит, вот нет шансов ни у каких других законодателей, кроме как у этих, вносить что-то конституционное. Но на этой неделе мы увидели внезапно, как оба эти инициатора отозвали свои законопроекты. Сами? Сами, добровольно. Значит, они отозваны, это уже есть в базе, я смотрела. И председатель Государственной Думы, можно сказать, публично отчитал Павла Владимировича Крашенинникова, сказавший, что Совет Думы был вынужден вмешаться в эту ситуацию. Аккуратнее надо было вносить такие чувствительные законопроекты. Как там выстроить диалог с гражданским обществом? В Думу обратился патриарх с просьбой внимательно рассмотреть этот вопрос. К этому надо относиться очень ответственно, сказал Вячеслав Викторович Володин. Вот такая вот сцена у нас с вами произошла. Не каждый день, опять же, увидишь. Не сцена ли это ревности?
Не знаю. История эта не закончена вообще ни разу нисколько. Понятно, что чего-то надо будет вносить. Но что здесь на самом деле важно и интересно? Вот смотрите, действительно удалось, как говорят, удалось достучаться до патриарха, патриарх выразил озабоченность. Одновременно с этим, параллельно с этим, наши с вами организованные традиционалисты устроили очень массированную кампанию гражданского давления, не побоюсь этого слова. Они писали разным единороссам в соцсети, они писали обращения в Государственную Думу и, в общем, создали впечатление того, что какие-то большие человеческие массы против этого самого закона, в смысле закона Клишеса-Крашенинникова. Это не была кампания в поддержку Мизулина, это была кампания против альтернативного законопроекта. Дальше происходит размен. Вы снимаете свою фигуру, мы снимаем свою фигуру. При этом, насколько реально политически весомы эти самые группы, понять невозможно. Но они умеют производить такое впечатление. Вообще говоря, это общий закон. Законотворчество, организованные малые группы. К вопросу о диктатуре меньшинств. Слышали про такое? В Америке, говорят, все страдают. Вот так это выглядит. На самом деле, надо не возмущаться этим, а учиться также точно действовать. Если вы организованы и умеете пользоваться соцсетями, то вы можете затравить кого угодно. Ну, или почти кого угодно. Не у всех есть возможность привлечь патриарха, но какие-то ломы лидера общественного мнения есть много у кого. На самом деле, действительно, организованная группа всегда имеет преимущество перед неорганизованным большинством. Это закон политического действия. Что касается, собственно, сути отобрания детей. Многие граждане думают, что когда закон какой бы то ни было будет принят, вот тут-то можно будет детей отбирать. Это сейчас можно. Это происходит вокруг нас каждый день. Это происходит по 77-й статье Семейного кодекса. И еще чаще это происходит по закону о борьбе с безнадзорностью через полицию, не через опеку, не через опеку, а через полицию. То есть это происходит и сейчас. А в чем была разница? Закон Мизулиной предлагал эту процедуру, ну, скажем так, осложнить, в среднем сохранив ее в ее нынешнем виде, плюс там было много всякого дополнительного, по-моему, не относящегося к делу мусора, типа запрета трансгендеров вступать в брак, да. Что вообще не особенно никому не нужно. У Клишеса-Крашенинникова вводилась судебная процедура этого отобрания с возможностью экстренного отобрания без суда, но с обязанностью потом опеки выходить в суд. Организациям, которые на самом деле работают с сиротами и с семьями, находящимися в тяжелых жизненных ситуациях, не нравился ни тот, ни другой. Это совершенно не борьба добра со злом. Один законопроект излишне, скажем так, наполнен подробностями и тоже под предлогом защиты цельности семьи не предлагает никакого механизма реабилитации этой семьи и какой-то помощи, и лишь, о чем, собственно, кричат все НКО, нигде не прописана обязанность органов опеки искать родственников ребенка, если его надо забрать из семьи, чтобы он не отправлялся бы в учреждение. Что они должны бабушку найти, условную тетю, дядю, кого-то, и отдать время на ребенка, пока с семьей работают. В итоге, это нигде не прописано. То, что оба закона не прошли, это хорошая новость? Хорошая новость, что люди волнуются по поводу этих тем. Хорошая новость, что есть шанс обсудить это и, может быть, прийти к какому-то более разумному общему тексту. Давайте послушаем новости и после этого вернемся в студию. Спасибо большое. Спасибо. Видите, как лошадь меняют под скакуном, который спешит. Да-да-да, подводят. Да, взамен меняется. Этой замыленной, уже шатающейся, подводят свежую лошадь. Или как на... Или как на Формуле-1, знаете, когда останавливаются эти болиды. Да-да-да, все быстро меняют. Нам нужно еще что-то про новости, на события? Вы знаете, ну мы очень быстро про этот семейный закон, конечно, сказали. Там можно было бы... Ну, главное, мы сказали. Но на самом деле мы сказали. Хорошо, вы знаете, мы на самом деле можем... Пойдем по плану. Мы можем идти по плану и наших... Мы объявляем отцов сначала? Да, мы объявляем отцов. Объявляем отцов и о них всячески рассказываем. У нас был еще Вяткин со своими митингами, ну ладно. Хотите? Вяткина. Он, понимаете, он шел, должен был идти в том блоке, где всякие политические ужесточения. Раз он туда не попал, то много чести его отдельно рассказывать. Другой раз. Да. Да, тем более, что это внесение. О, давайте для Ютуба пару слов скажем. Значит, не только выборную агитацию мы хотим блокировать. Мы еще хотим ужесточить закон о митингах, хотя, казалось бы, куда. Правда, это одинокая инициатива депутата Вяткина, он там один. Но выглядит довольно проходимой, скажем так. Значит, митингом может признаваться массовое одновременное пребывание, направленное на выражение и формирование мнений. Массовое одновременное пребывание. Ничего себе. Это митинг, да. Направленное на выражение и формирование мнений по различным вопросам. Не знаю. Вот мы едем в автобусе. Да. И у массово нас вдруг, возникло мнение. Возникло мнение. Но вы не специально едете в автобусе, чтобы его сформировать?
Ну, сначала заходил не специально. А потом так получилось. А потом прямо чувствую, формируется. И это такая философская формулировка. Из более конкретных вещей журналистам нельзя будет носить майки с лозунгами. Угу. Потому что знаем мы эти ваши майки, но эти ваши лозунги. Ну, это ответ на Сафронова. Абсолютно, да. Точно, абсолютно точно. Мало того, что всем по 10 тысяч штрафа выписали, так еще хотят в корне пресечь зло. Но тут хотя бы понятен критерий. Тут хотя бы понятен критерий. Но опять же, что такое лозунг? Лозунг. Если я пришел в футболке, это не реклама, например, Nike, и написано Just Do It, это лозунг или нет? А потом вы как сформировали мнение своим массовым пребыванием? Да. Массовое одновременное пребывание. Это, конечно, какой-то потрясающий новый Гегель. Я не знаю, вот лицит Йови, но лицит Бови. Это можно посчитать? Или жизнь прекрасна. Как лозунг. На самом деле, нет? Зависит от контекста, понимаете? Вот все очень, формируется контекстом. Да. В общем, к чему это все клонится-то? Люди готовятся серьезно. Готовятся они к следующему политическому сезону и ничего хорошего не ожидают для себя в нем. Если вот эта вот законодательная рамка уже сформированная, которая, казалось бы, себя показала вполне работающей, предыдущие политические циклы, вот сейчас уже надо еще подвинтить. Еще надо подкрутить, потому что... Ну, избирательное законодательство починили еще весной, да. Добавив туда досрочечки. А все равно не хватает. Все равно вот как-то не все так получается, как хотелось. Ну, вот я просто, опять же, слушаю вас и прикидываю, отразилось ли что-то из Беларуси? Ну, вроде бы нет. Нет, пока нет. Угу. Не так быстро, видимо, реагируют. Я бы ожидала какого-то перенесения белорусского опыта к нам, но посмотрим. Пока нет. Угу. Пока это все, так сказать, творческое развитие наших уже существующих. Но вот это вот, между прочим, массовое одновременное пребывание, я все не могу перестать восхищаться этой формулировкой, по-моему, это перекочевало прямо вот из протоколов полицейских. Возможно. Вот когда одиночные пикеты записывали как митинги. Я вынужден признать, что важные события в научном мире могут повлиять на то, как формируется программа статуса. Сегодня как раз тот самый случай, поэтому мы сразу переходим, пропуская азбуку демократии, к следующей рубрике. Да, есть вещи поважнее. Чем регламент? Азбука. А, нет, не чем азбука, а чем, так сказать, соблюдение традиционных рубрик, тем более, что мы не так далеко от них и удаляемся. Но действительно произошло событие, на котором я не могу не сказать, потому что для всех социальных наук это, в общем, такое, я даже не знаю, с чем это сравнить. Это как премьера блокбастера Marvel, но только такого блокбастера, о котором вы узнаете о себе. Из которого вы узнаете о себе что-то, что вы до этого о себе не знали. Значит, о чем речь? Мы с вами об этой материи и об этих коллективных отцах говорили в наших предыдущих выпусках, поэтому совсем для вас это не будет новым материалом, но сегодня мы поговорим о нем подробнее. Наш с вами коллективный отец сегодня – это то социологическое сообщество, которое является автором всемирного исследования ценностей. У нас с вами в отцах был Инглхарт. Некоторое время назад, кто хорошо учился, тот помнит о том, как мы рассказывали про этого одного из старейших и самых авторитетных политологов мира. По индексу цитируемости он занимает первое место среди всех political scientists, причем он занял это место в 70-е годы, и так с тех пор никто его оттуда сдвинуть не может, да в общем и не то чтобы особенно просто стремиться. Путин политологии, извините. По заслугам, скажем так. В значительной части это связано с вот этим самым World Value Survey, всемирным исследованием ценностей, которое, в свою очередь, является одним из самых цитируемых источников для всех тех, кто изучает общество и изменения с ними происходящие. Мы с вами сейчас расскажем про то, что это за исследование, каким образом оно проходит. Сейчас, собственно, о каком событии идет речь, ради чего мы немножко подвинули нашу сетку. Мы все ждали долгие годы и месяцы, седьмой волны этого исследования, публикации его результатов. Предыдущая волна, шестая, проходила с 2010 по 2014 год. Ее результаты были опубликованы. Это карта
на которой, скажем так, суммируются результаты исследования, она была, в общем, известна, я с ней вообще везде ходила, всем ее показывала, на всех своих публичных лекциях и выступлениях, наверное, люди как-то должны были уже с ней ознакомиться. И с 17 по 20 год проходила седьмая волна. И вот сейчас, некоторое время назад, были опубликованы сначала ее сырые материалы, так сказать, весь массив данных был выложен, но для того, чтобы с ним работать, это надо быть более продвинутым техническим специалистом. А вот буквально недавно была опубликована и новая карта. Я надеюсь, что те, кто смотрит нас в Ютубе, будут иметь возможность насладиться этой цветной картинкой. Тем, кто нет, я попытаюсь рассказать словами, довольно трудно описывать словами карту, но, тем не менее, я надеюсь, что это будет более или менее понятно. Значит, смотрите, что такое, в принципе, Всемирное исследование ценностей? Вообще, это международная некоммерческая организация, объединяющая сотни социологов в разных странах мира, которые готовят эти опросники, по которым происходит исследование, собственно, занимаются сбором материала, обобщают его, и потом все это собирается вот в эту вот самую единую знаменитую карту Ингельхарта Вельцеля. А Вельцель, кстати, это немецкий социолог, так сказать, партнер и товарищ Ингельхарта по этому исследованию, он тоже заслуживает упоминания. Значит, что исследует World Value Survey? Они задают людям вопросы, их опросник можно увидеть тоже на сайте, это довольно сложно построенный документ, как у всех социологических опросников такого типа, там есть перекрестные вопросы, направленные на то, чтобы как-то понять, человек не врет ли, ну потому что понятно. Ну или заблуждается про собственных определениях. Скажем так, выдает желаемое за действительно или выдает социально приемлемый ответ, это тоже все социологам, в общем, более или менее известно. Так вот, людям задаются вопросы об их отношении к воспитанию детей, отношениям в семье, ролям мужчины и женщины. К, там, например, бытовой честности, коррупции, непотизму, как они к этому относятся. А как они, каковы их запросы или каковы их представления о политическом участии, демократии. Политический блок там тоже есть, но основной блок там касается именно социального поведения. Приемлемо, неприемлемо, значит, надо поощрять, надо запрещать, степень терпимости к разным явлениям бытия. Также задаются вопросы о религиозности, о том, важна ли религия в вашей жизни, очень важна, просто важна там и так далее, есть всякие свои градации. Таким образом, эти результаты большие-большие аккумулируются. С каждой новой волной все больше стран вовлекаются в это исследование. Вначале исследование ценностей было, конечно, европоцентричное и проходило в нескольких странах Европы. Началось все это в 1981 году. Первое исследование в России еще в Советском Союзе прошло в 1989. После этого вот эти вот последовательные волны до вот нынешней седьмой, они проходили со все большим и большим числом участников. Чем еще цена нам карта этого года? Гораздо больше там стало исламских стран. То есть исследование расширяет свое представительство на исламский мир. То есть у нас практически уже вся теперь обитаемая вселенная затронута этим исследованием. Когда собираются эти данные, то они потом, после анализа, раскладываются на системе координат, состоящей ограниченной двумя осями. Ось вертикальная – это ценности от традиционных до секулярных или светских. Горизонтальная ось – это ценности от выживания до самовыражения. Тут что важно нам с вами объяснить. Никакие ценности не являются хорошими или плохими, и ни в каком обществе одни ценности полностью другие не вытесняют. Это именно шкала. Кроме того, надо всегда держать в голове, Ингельхарт об этом пишет, что люди внутри сообществ, естественно, очень сильно отличаются между собой. В Зимбабве будут люди больше похожие по набору ценностей на шведов, в Швеции на зимбабвийцев. Но, тем не менее, общая картина при всей высокой степени своей обобщенности все-таки не бесполезна. Особенно ценны нам передвижения по этой карте. Значит, немножко про ценности. Что здесь имеется в виду? Что такое традиционные ценности в этом понимании? Значит, традиционные ценности предполагают, их Вельцель еще называет ценностями иерархии. Они предполагают важность религии, связи родители-дети, почитание старших, уважение к авторитетам и традиционное распределение ролей в семье. А люди, придерживающиеся традиционных ценностей, плохо относятся к чему? К разводам, к абортам, к эвтаназии. Кроме того, общество с высоким уровнем этих самых традиционалистских ценностей – это общество в достаточной степени националистически. Кроме того, для них характерен низкий уровень доверия. То есть, что это такое? Это не то, чтобы все, опять же, повторюсь, плохие вещи. Ценности от традиционных к секулярным можно еще обозначить как от коллективистских к индивидуальным.
Те общества, которые там на самом верху, вот у которых такие совсем, скажем так, светские, индивидуалистические ценности, они могут быть и обществами достаточно атомизированными, и, не хочется сказать, безнравственными, но с некоторым, скажем так, может быть, недостаточным количеством нравственных ограничителей. Религия ведь, в общем, могучий в этом смысле социальный инструмент поддержания всяческого порядка. Я к тому, что вот эти традиционные ценности – это не ценности отсталости, бедности и высокого насилия обязательно. Хотя иерархии держатся насилием по отношению к тем, кто не хочет эти иерархии выполнять, соблюдать эти нормы. Но вот внизу этой карты, то есть среди стран с высоким приоритетом традиционных ценностей, есть, в общем, не только, что называется, бедные страны, ну, например, вот такая крайне богатая страна, как Катар, она там прям вот в самом низу. Но, конечно, вот этот вот экватор посередине, да, он отделяет, да, страны менее развитые от стран более развитых, это правда. Ну, то есть, скажем, что на самом верху там Япония и Южная Корея. На самом верху там Япония и Южная Корея, достаточно высоко Китай, достаточно высоко там стоят постсоветские страны, потому что это страны высокой атомизации. Значит, что касается ценностей выживания, самовыражения, выживание предполагает, так сказать, большую неуверенность в завтрашнем дне и тоже низкий уровень доверия. Общества с приоритетом выживания или безопасности не очень организуются. При этом общество с полным отсутствием всяких традиционных ценностей тоже не то чтобы особенно хорошо организуется. Опять же, желательно здесь золотая середина. Ценности самовыражения предполагают приоритет, например, экологических ценностей, большую терпимость к непохожим людям, иностранцам, приезжим, геям, вообще всяким другим, и растущее стремление к участию в принятии решений, как экономических, так и политических. Значит, люди, зацикленные на выживании и безопасности, не так сильно этим обеспокоены. То есть, что у нас получается? У нас нельзя так говорить, что вот в нижнем левом углу у нас там, значит, какая-то сплошная отсталость, а в верхнем правом сплошная красота. Хотя страны более богатые, да, будут несколько выше. Движение слева направо от ценностей выживания к ценностям развития коррелирует с ростом уровня жизни. То есть, когда люди немножко наедаются, они начинают меньше бояться окружающей действительности, меньше жить в осажденной крепости, которая на самом деле находится у них в голове, и больше желать участвовать в принятии решений и лучше, между прочим, как-то сообщаться друг с другом. Какие изменения у нас произошли с прошлой карты до нынешней? Значит, ну, во-первых, опять же, вы увидите эту карту, ее долго можно разглядывать, и мой анализ совершенно никакой степени не является окончательным, это только самые предварительные мои впечатления. Более того, сама эта карта 2020 года, это предварительная карта, а многие люди волновались, не найдя каких-то своих стран, и думая, не провалились ли они сквозь землю. Нет, их просто еще не успели нарисовать. Когда дорисуют, нам следующую версию пришлют. Я, кстати, надеюсь, что, как это, автор меня, небось, не слышит, но тем не менее. Они тут немножко поменяли деление на шкале, видимо, для того, чтобы отразить общий крен всего мира вправо. Угу. Теперь там, значит, ну, там было до 2,5, можно было уехать в сторону самовыражения. Теперь можно до 3,5 туда уехать. Это немножко затрудняет сравнение. Тем не менее, что мы совершенно точно видим? Как сказал один из ученых-комментаторов, православные уехали вправо, правоверные влево. Страны, скажем так, православного кластера. А на карте еще такие очень кривые, сложные формы облачка, которые объединяют страны общей культуры. То есть это православная Европа в этом облачке? Православная Европа, южная, центральная и восточная в этом облачке, все довольно сильно сдвинулись в сторону всяческого самовыражения и развития прогресса от ценностей безопасности. Страны ислама либо остались где были, либо уехали в сторону действительно примата безопасности. Наиболее такая очевидная тут трансформация произошла, например, с Египтом, которые очень сильно уехали. То есть, видимо, им последние этих событий как-то не порадовали, что называется. Инглхарт опубликовал статью по итогам вот этой самой седьмой волны, говоря о том, что самое разительное изменение – это снижение религиозности во всем мире, ну, в основном среди молодежи, но не только среди них. Он это связывает с некоторым ростом общего благополучия, но прежде всего, что интересно, с изменением фертильного поведения. То есть, если церковь не контролирует то, как люди размножаются, то не очень понятно, зачем она нужна. То есть, он даже не с демократией, интернетом это связывает, а с контрацепцией, с изменением гендерных ролей. Он задает сам себе вопрос, не поменяет ли это все пандемия,
Вот часто всех напугали, никто больше, уверены ли мы в бедной жизни нашей, как у Пушкина, цвел юноша вечер, а нынче умер. А и вот его четыре старика несут на сгорбленных плечах в могилу. Не поменяет ли это этот тренд? Отвечает он сам себе на этот вопрос следующим образом. Поменяет, если пандемия продлится несколько лет и будет сопровождаться значительным экономическим упадком. То есть, если мы с вами все оголодаем и озвереем, то да, будет реверсивный тренд. А если нет, то на самом деле нет. Что происходит с нашими вот, с вами странами? Да, да Россия, с Россией, давайте. С Белоруссией. Давайте да, значит, у нас посмотрим. Тут интересно, на самом деле интересно. Смотрите, по шкале традиционности и секулярности мы не особенно съехали куда. Более того, Энгельхард публиковал там еще один графичек, на котором только религиозные изменения были показаны. Мы с вами одна из немногих стран в мире, у которых с предыдущего, так скажем, замера религиозность несколько возросла. Не сильно, но несколько возросла. Больше всего она возросла в Индии. Это она переживает какую-то религиозную трансформацию. Самый большой упадок религиозности в Соединенных Штатах, но это очень религиозная страна, поэтому они с крайне высокого уровня снижаются. Довольно значительный в Турции, очень заметный в Польше. Тут еще одну надо еще сказать. Раз, в Турции снижение. Да, снижение. Обратите внимание. Снижение. Тут надо сказать одну вещь. При том, что и в Турции, и в Польше правящие партии как раз связаны с религией. Да, и их руководители проводят как раз религиозную политику. Тут надо сказать одну важную вещь, которая не очевидна. Мы немножко ее затронули, когда говорили об организованных группах. Смотрите, когда происходят такого рода этические трансформации в обществе, те люди, с которыми эти трансформации происходят, не очень их осознают. То есть люди не просыпаются каждое утро с мыслью: «Боже, я стал более толерантным». Но те, чьи ценности находятся под угрозой из-за этой трансформации, они это замечают очень быстро. Они чувствуют, что что-то поехало в ту сторону, которая им не нравится. Что они делают, осознав это? Они возбуждаются, они организуются. Объединяются в те самые группы, которые умеют группы, себя защищать. Они становятся более видимыми и слышимыми. Они заявляют свою позицию. Они кричат: «Наш образ жизни под угрозой». Правильно кричат, он действительно под угрозой. И они что делают? Выигрывают выборы. Потому что они объединены, видны, у них есть повестка, и люди мотивируются страхом что-то потерять в гораздо большей степени, чем радостью от приобретения чего-то. По этой причине, видимо, в тех странах, которые как раз переживают, например, упадок религии, к власти приходят религиозно настроенные лидеры. Они лидеры вот этого вот боящегося небольшинства. Но они могут выступить таким тормозом? Или это скорее последняя гастроль? Это в любом случае последняя гастроль, но если особенно у вас не демократия, то вы можете действовать в противофазе со своим социумом довольно долго, и вам до поры до времени ничего не будет. Потом все равно произойдет демократический переход, да? Ну, generational просто change, поменяется поколение, и никуда вы не денетесь. Значит, что с Россией произошло, закончим это. Россия сдвинулась вправо, довольно осязаемо. То есть мы за эти годы, с 2014 года, продвинулись от ценностей безопасности к ценностям самовыражения. Мы стали менее пугливыми, мы стали меньше бояться окружающего мира, хотя, казалось бы... Доверять, да? друг другу, видимо, стали больше. Мы стали больше доверять друг другу. Мы, правда, мало очень доверяем институтам. Это правда, это так и осталось. Но, тем не менее, мы съехали вправо. Знаете, какая из славянских стран съехала вправо сильнее всех? Я знаю, поэтому это будет нечестный ответ. Беларусь. И она же демонстрирует сильное снижение религиозности по другому графику Энгельхарта, особенно по сравнению с Россией. То есть в Беларуси все эти годы происходила значительная этическая трансформация. Там выросло совершенно, не то, что выросло другое поколение, там общество изменилось, никто этого не замечал. Там социология запрещена. Когда это вылезло на поверхность, все страшно удивились и стали думать, их, наверное, из Польши, значит, кто-то этому подучил. А вот надо было слушать социологов. Конечно, такого рода исследования немножко задним числом нам объясняют происходящие изменения, но, тем не менее, они нам объясняют фундаментальные базовые причины того, что люди, так сказать, менее далекие, объясняют какими-то ситуативными политическими обстоятельствами. К следующей рубрике. Игорь По спрашивает вас. Сегодня в Красноярске анонсировали открытие Центра управления регионом, основными задачами которого заявлена работа с информацией из всех сфер жизни края, а также поддержка принятия решений губернатором и правительством. В чем причина создания таких заведений отдельно от профильных министерств и департаментов? Будет ли создаваться возможность использования накопленных такими ЦУРами данных сторонними исследователями, или все выводы будут делаться исключительно за тяжелыми дверьми?
Бигдата. Бигдата, ты бигдата, родная страна. Сведения будут, значит, собирать и там их как-то анализировать. Ну, смотрите, мы с вами в самом начале говорили о том, что цифровизация – это новое знамя нашей бюрократии. И у нее действительно это получается, в общем, неплохо. А вопрос, куда эти данные потом деваются и какая от них польза гражданам, либо польза только в том, что за ними стали более лучше следить и облагать налогом все их жалостные транзакции и перевод денежек с телефона на карточку и обратно. Тем не менее, значит, у нас, кроме официальной структуры, вот Министерства и ведомства, названные вами, все время возникают какие-то комиссарские структуры. Комиссарские не в оценочном смысле, а в смысле вот такие внерегламентные. То есть вот есть обычная бюрократия, а есть все время какая-то чрезвычайная бюрократия, которая вот где-то сбоку пристраивается и обещает быть там каким-то проектным офисом, или какой-нибудь рабочей группой, или каким-нибудь, опять же, федеральной территорией, на которой вот это вот все обременительные правила не будут действовать, а она будет такая вся модерновая, это такая прогрессивная. Да, там. И она будет как-то быстро работать, в отличие от вот этой всякой традиционной бюрократической машины, которая работает чрезвычайно медленно. Значит, сначала вы придумываете 10 тысяч правил, потом они не дают вам работать, вам же, а потом вы выделяете какой-то кусочек, на котором эти правила ваши же, вами же придуманные, не будут действовать. Но они все равно туда переползают, и первыми, как мы уже говорили, приходят туда все равно правоохранительные органы, от которых никаким забором не спрячешься. Я не то чтобы делаю какие-то пророчества относительно вашего Красноярского центра, дай бог ему эти данные использовать на пользу людям, край у вас огромный, действительно много чего можно было бы там лучше знать. Вообще, чем больше знания, тем выше, скажем так, шансы на принятие качественных решений, если только у вас будут те, кто в состоянии эти данные понять, а также догадаться, каким образом они должны быть конвертированы в решения, а не просто пялиться на них, как на новые ворота, и радоваться, как мы много их агрегировали. Вопрос от Амима. Как соотносятся принципы репрезентативной демократии и такое явление, как назначение пожизненных сенаторов Российской Федерации или верховных судей в США? Почему в развитых демократиях допускается ситуация, что должность, которая оказывает существенное влияние на общество, не может быть замещена, если представитель перестал отвечать запросам этого общества? Чем это оправдано и не устарела ли такая модель даже с учетом коллегиальности органов, в которых она принимается? Какие качественные вопросы задают наши слушатели, как они формулируют, как они прекрасно видят проблему. Действительно, некоторые противоречия тут есть. Почему вдруг какие-то люди должны назначаться на свою должность, пока они не умрут? В этом есть что-то такое варварское и архаичное. Почему развитые демократии идут на такого рода нормы? Ну, во-первых, из уважения к традиции. Во-вторых, на самом деле, первая причина-то именно это, для того, чтобы какие-то отдельные должности, точнее говоря, людей, которые занимают эти должности, сделать независимыми. То есть, смотрите, президент Соединенных Штатов назначает судью, но он не может его снять, если этот судья, повернувшись, значит, ударившись о пол, обернувшись ясным соколом, вдруг голосует против позиции президента, его назначившего, с, так сказать, уходящим, как предполагается, президентом США, такая ровно штука и произошла. Он кого-то назначает, после этого этот человек говорит: нет, знаете, а вот в этом вопросе моя позиция другая. Вот он мне друг, как говорится, но... Вы меня назначили, но вы мною не руководите. Да. То есть это делается для того, чтобы человека сделать независимым. А в, опять же, политических системах, где действуют механизмы сдержек и противовесов, таких должностей будет немного, и они будут, в свою очередь, опутаны этими сдержками и противовесами, то есть это не будет орган, который вот прям принимает все решения. То есть президентов пожизненно не надо избирать. А судей можно и нужно назначать пожизненно, и тот механизм конституционного их увольнения, который сейчас у нас предусмотрен, конечно, уменьшает независимость судей. В этом смысле разные знающие юристы говорят, что это неправильно, и я, в общем, тут с ними согласна. Отдельные некоторые люди, вот в особенности судьи, да, должны назначаться пожизненно или пока они сами не сочтут нужным уйти. Килгар спрашивает вас. Поведение Трампа после выборов с обвинениями в фальсификациях на выборах и обширная пропаганда в протрамповских каналах оказалась прямо в русле обратного карго-культа отечественных СМИ. И была ими подхвачена, мол, и у них тоже на выборах фальсификации. Лично знаю двух людей, которые были всегда оппозиционно настроены, а теперь начали негативно относиться к критике выборов, в том числе Навального или других несистемных оппозиционеров. Окажет ли это влияние на политическую жизнь России в долгосрочной перспективе? Или вы считаете это временное явление?
Разумеется, это используется нашей телевизионной и иной пропагандой, потому что трудно было бы не использовать такой замечательный подарок. Вот, смотрите, у всех все то же самое, везде фальсифицируют, везде вбросы. И эти люди нас учат. Да, она, значит, запрещает нам ковырять в носу. А при этом, естественно, вам не расскажут о принципиальной разнице между российской и американской политическими системами. В России у нас одна надежда на избирателей, на наблюдателей, у которых нет совершенно никаких прав, но которые хотя бы нам расскажут о том, что происходит на избирательных участках. В Америке наблюдение осуществляется партиями друг за другом. Почему еще неправдоподобно до такой степени то, что уходящий президент говорит? Значит, смотрите, страна большая, никакой центральной избирательной комиссии в нашем понимании там не существует. Не существует единого федерального избирательного законодательства. Каждый штат голосует и считает, как считает нужным, по своему внутреннему закону. Понимаете, Соединенные Штаты действительно то, что у них на вывеске написано. United States, объединенные государства, фактически. Кто-то хорошо сказал, что Америка становится единой страной только когда уезжаешь оттуда. А когда ты внутри находишься, то ты в штате живешь, и там свои порядки. Слушайте, ну если смертная казнь в одном месте есть, в другом нет, то это довольно значительная разница, да, законодательная и правоприменительная. То же самое касается и избирательных практик и норм. На наш недоверчивый взгляд. Все это часто выглядит как некий хаос, но вы должны помнить вот о чем. В каждом из этих штатов, на каждом избирательном участке присутствуют представители от одной партии и от другой партии. Двухпартийность институционализирована в Америке так, как мы представить себе не можем. Не в смысле так прекрасно, как мы не можем себя вообразить, а в смысле мы не представляем себе, что такое наличие двух партий, которые пронизывают всю социальную структуру, которые делят между собой территории, учебные заведения, средства массовой информации, социальные сети. Вот везде, где есть жизнь, везде будет вот эта самая двухпартийность. И они смотрят друг на друга глазами полными ненависти. Поэтому нету дураков, которые будут даже ради обожаемого кандидата или ненавистного президента, или наоборот, обожаемого президента и ненавистного кандидата рисковать американской тюрьмой, если а тебя там поймают. Очень серьезные. А срока там огромные. Законодательство уголовное у них жуткое. Я вот, кстати, за всем этим BLM-ом ни разу не слышу, чтобы кто-то говорил, может, я просто неправильно слушаю, о том, насколько им нужна реформа пенитенциарной системы и реформа уголовного законодательства. Ну, потому что ну, так нельзя. Нельзя прогонять такое количество молодежи через тюрьмы, нельзя столько сажать, нельзя иметь такое растущее тюремное население, такую жуткую, совершенно тюремную культуру. Опять же, чья бы корова мычала, но тем не менее. Ну, надо сказать, что мы сократили за последние 20 лет, это надо отдать должное. И у нас, между прочим, терпимость к смертной казни снижается за последние десятилетия, в Америке растет. В общем, есть нам чем похвастаться. Возвращаясь к выборным фальсификациям. Разница между одним президентом и другим не так принципиальна для человека, как разница между сесть и не сесть. У нас почему фальсифицируют? Потому что тебе ничего за это не будет. Мы-то с вами, что мы знаем, так мы знаем, как работает машина фальсификации. Мы знаем, сколько людей необходимо для этого, какое согласие в них, какое соучастие правоохранительных органов, какая подготовка до и какое прикрытие после нужно для того, чтобы все это работало. И вы себе представляете, что это можно проделать в любой точке, где обязательно будет представитель противоположной партии. Но вопрос Келгара именно в том, насколько то, что произошло в Америке, и то, что раскручивается, повлияет на восприятие российского избирателя, что везде так. Повлияет? Вы знаете, ну вот этот самый Всероссийский университет выученной беспомощности, от имени которого у нас вещают все телеканалы, он продолжает работать. Это выгодный, пропагандистский выгодный тезис, вы будете много об этом слышать. Что тут можно сказать в качестве, так сказать, противоядия? Помните, когда вы это слышите, помните, как оно, что называется, устроено на самом деле. А действующему президенту Соединенных Штатов грех компрометировать свою собственную избирательную систему, в рамках которой он еще может надеяться, он и его партия, выигрывать следующие выборы. Я напомню, что после нашей программы будет программа «Кейс». Эксперты программы Юлия Гусман и Юрий Кабаладзе ведет программу Нинор Сивашвили. В 23 часа программа «Неудобные», и тема этой программы «Искусство не для женщин». По Zoom будет Оксана Карас и режиссер и Юлия Аук, актриса театра и кино. А после этого программа «Одна» Ирины Воробьевой. Всем пока. Спасибо. Я даже успел проанонсировать. У меня